Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. Вообще много туториалов есть, как его делать. Но у всех одних главная фишка, а они все рассчитаны на то, что человек делает мостик. У него хорошая гибкость в пояснице, хорошая гибкость в плечах, и если вы это все умеете делать, то вы сделаете ауди-колонны. Но у меня, например, большая проблема с гибкостью. И мне пришлось подойти к изучению этого колеса с другой стороны. Для ауди-колонна абсолютно не обязательно иметь гибкость в пояснице. Главное – это небольшой прогиб в плечах. Если у тебя получается сделать где-то вот так, то, считая ауди-колонны, у тебя получится уже отлично. И если ты посмотришь, как делают многие, то они делают практически совершенно с прямой спиной, с прямыми ногами, но за счет амплитуды, за счет большой скорости и прогиба в плечах получается офигенный эффект. Итак, первое и самое главное упражнение – это колесо. Обычное колесо. Но первая задача – сделать это колесо как можно более вертикально, с прямыми ногами. Для того, чтобы это получилось, можно во время выполнения колеса стараться смотреть на кончики пальцев ног. А следующий этап выполнения этого элемента – это делать колесо с закидыванием второй руки за голову. Не вот так, а вот так. И в этот момент надо абсолютно забыть о прогибе в плечах и о прогибе в пояснице. Забудь о них. Когда у тебя появится уверенность, появятся прямые ноги, прямой корпус и рука за головой, тогда ты сам постепенно увидишь с каждым разом выполнения этого элемента, что у тебя ноги все больше, ты можешь позволить себе все больше, больше, больше и больше закинуть свой корпус назад. Вся фишка в том, что не надо думать о прогибе. Вся фишка в руке за головой. И гибкость плеч. Для того, чтобы в плечах появилась гибкость, для этого надо делать определенные упражнения. Итак, поехали. Первое. Колесо. Обычное прямое колесо. Второе. Колесо с забрасыванием руки за голову. Третье. С появлением уверенности в элементе и в своем теле ты постепенно добавляешь прогиб в плечах и все больше забрасываешь свой корпус за спину, забывая при этом про прогиб в пояснице. Плечи, не поясница. Плечи. Следующий момент. Чем увереннее становится элемент, тем больше ты откидываешь себя в плечах, не в пояснице, в плечах назад. Этап выполнения этого элемента – опорную руку ставить как можно дальше от себя. То есть, не как в обычном колесе, а чуть-чуть вперед. Руку ставишь вперед, плечо идет за голову, и корпус остается сзади. Как только получится эта часть элемента, она будет делаться уверенно,
Дальше уже следующий этап. Когда вы чувствуете свое тело, вы чувствуете свои плечи, чувствуете, как работает спина, вы уже можете усложнять элемент. Уже можно начать больше работать над гибкостью. Сначала расслабьтесь и не расстраивайтесь, что если вы не обладаете хорошей гибкостью, вам никогда не сделать этот элемент. Сделайте его, но сделайте немного по-своему. Сделайте так, как позволяет ваше тело. Главное не забрасывать, если что-то не получается на данном этапе. Желаю удачи! Упражнение на увеличение мобильности плеч. Carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over.